Услугами Ростелекома пользуется уже 10 лет, рассказывает Татьяна Байкова. А сегодня она стала 120-тысячным абонентом интерактивного ТВ и получает в подарок от провайдера саундбар и умный термос. В Новосибирске жила, у меня был Ростелеком. Переехали в Красноярск, решили подключить Ростелеком. Подошла, попросили подойти с договором. А здесь такое. Число абонентов умного ТВ постоянно растет, говорят в Ростелекоме. И все благодаря видеосервису Винк. Он объединяет в себе онлайн-кинотеатр и сотни каналов. А главное, дает возможность абоненту самому управлять телевидением, ставить эфир на паузу или перематывать его, смотреть программы, вышедшие в эфир несколько дней назад. В нем уникально все, начиная от интерфейса и заканчивая его наполнением. Он современный, он классный, он интерактивный, он подвижный. Я называю это совершенно другим уровнем жизни. То есть мне этот сервис позволяет мне управлять телевидением, а не телевидение управлять мной. Особой популярностью у поклонников Винка пользуется опция мультискрин. То, что не досмотрел по ТВ дома, можно без дополнительных трат продолжить смотреть на телефоне или планшете, находясь в маршрутке или такси.